Отделом религиозного образования Екатеринодарской епархии создан информационно-образовательный проект «Панорамы храма Рождества Христова». Совершить онлайн-экскурсию можно на сайте храма. Данный проект позволяет всем желающим дистанционно на компьютере и в своих мобильных устройствах посетить храм, увидеть его роспись, ознакомиться с территорией. Начальный экран представляет собой высотную панораму территории с интерактивными точками перехода к отдельным объектам – самому храму, часовне купельни Всецарица, Русской православной школе и другим объектам. Виртуальную прогулку можно начать от ключевых точек – парковки, территории храма, а также в самом храме. Программа имеет полный обзор в 360 градусов и позволяет передвигаться по храму в любую сторону, включая верх и низ панорамы, что позволяет внимательно рассмотреть настенную роспись, увеличивая или уменьшая масштаб отображения. Программа также адаптирована для просмотра на мобильных устройствах. О каждой росписи можно узнать дополнительную информацию. При нажатии отображается отдельная фотография и текст описания. Программа содержит элементы навигации для перемещения между точками панорамы в храме и полного обзора росписи. Виртуальная онлайн-экскурсия является эффективным элементом современного урока. Она создает у учащихся эффект присутствия, яркие запоминающиеся зрительные образы, и позволяет получать наиболее полную учебную информацию с применением современных технологий. Отдел религиозного образования рекомендует применять панораму при проведении часов духовности, на уроках основ православной культуры и особенно в классах казачьей направленности, а также на классных часах и родительских собраниях в общеобразовательных и воскресных школах Кубани.